Иногда буква «И» в этом имени может провоцировать сильные приступы страха за свое благополучие и своих дел. Наделяет ощущением, что жизнь не бесконечна, и не следует откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Нужно действовать каждую минуту эффективно. Буква «И» в имени говорит о неполноте и чуждости. Способность не обманываться видимостью, а вникать в существо. Эти люди любят разнообразие в мелочах. Из них получаются хорошие бизнесмены и журналисты. Иногда эти люди, наоборот, производят впечатление людей холодных, так как они не всегда умеют проявлять свои чувства. Страх у этого человека проявляется необоснованно. В основном нацелены на финансы, богатство и власть. Но если пренебрегают духовной стороной, то могут потерпеть неудачи в жизни. Они готовы пойти на самопожертвование, даже если это не является необходимостью. У них есть свой собственный, нерушимый взгляд на жизнь и уверенность в своей правоте. Все неприятности, связанные с людьми номером 4, удваиваются для людей числа 8. Способность хорошо овладеть языком в устной речи и на письме. Обладатели имени с буквой «Э» отличаются умением находить самый быстрый и легкий путь к поставленной цели. В любви ищут партнера, способного на поддержку и преданность. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.